После того, как мы поверили в Иисуса Христа и получили прощение грехов, мы становимся с Богом едиными. Едиными мы стали. Я очень часто говорю, когда я читал Библию, я всегда думал, что я грешник, однако Библия говорит о том, что я праведник. Я думал, я же много согрешил, я точно грешник. Однако Библия говорит, что я праведник. Тогда я праведник, я оправдан. Знаете, мои мысли говорят о том, что я грешник. Однако Слово Бога же говорит, что я праведник. Иными словами, когда я смотрю на себя, я 100% грешник. Но Бог говорит, я оправдал тебя. Тогда скажите, я прав или прав Бог? Конечно, прав Бог. Однако, почему же тогда я говорил, что я грешник? Иисус Христос, ведь я знаю, что Он умер за мой грех. Ведь Он был распят на кресте. Тогда почему же я говорил о том, что я грешник? Да, я согрешил. Однако, ведь Иисус Христос умер на кресте для того, чтобы очистить мой грех. Тогда я не имею греха. Но почему же я говорил, что я грешник? До 19 лет я говорил, что я грешник. Но Библия говорит о том, что Иисус Христос, поскольку умер на кресте за нас, поэтому Бог говорит, что мы оправданы. Тогда, почему же я до сих пор говорил, что я грешник? Мне было непонятно. 100% Иисус Христос умер на кресте и пролил свою кровь. И Он очистил мой грех. Тогда почему же я долгое время называл себя грешником? Знаете, я поехал в США, я общался со многими служителями, когда я говорю об этом, так интересно. И Библия очень ясно показывает, как мы стали праведниками. И когда я об этом рассказываю, пастора удивляются. Знаете, когда мы читаем Библию, очень часто мы читаем в рамках своего понимания. И поскольку я грешил, значит, мы думаем, что мы грешники. Хотя мы знаем через Библию о том, что Иисус Христос очистил наш грех, однако, к сожалению, очень часто мы думаем о том, что все равно я грешник. Сегодня многие люди поступают именно так. Знаете, в Корее многие называют, что я еретик. В какую бы страну я ни поехал бы, я не звоню им, но они как-то узнают, что я приезжаю в их страну, и поэтому 2000 служителей, 3000 служителей собираются, чтобы пообщаться со мной. Слушая Евангелие, они так радуются. В этот раз, когда я был в США, тоже многие служители из Атланты пришли ко мне, и в Вашингтоне то же самое, и в Филадельфии. И последний день пришли 15 служителей где-то, и мы более 2,5 часов общались. И это было удивительно. Знаете, раньше я тоже так думал. Иисус Христос точно умер на кресте за мой грех. Об этом все мы знаем. И Бог сказал, что Он оправдал нас, и Он сказал, что мы святы. Тогда, если Бог говорит, что мы оправданы, и когда мы читаем Библию, что интересно, однажды я поехал в Эфиопию, и ректор одного университета позвонил мне и сказал, «Пастор Пак, я живу вдали от того города, где вы сейчас находитесь, и от моего города до вас нужно ехать на машине 8 часов». Поэтому мне очень хочется увидеться с вами. Скажите, пожалуйста, если я к вам приеду, вы встретитесь со мной? Если вы согласитесь, я сразу поеду к вам. Я сказал, хорошо, приезжайте. Знаете, он 8 часов ехал за рулем и приехал ко мне. Мы беседовали с ним. К Римлянам 3 глава, 23 стих. Я открыл, сказал, я прочитаю. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Я спрашиваю, «У вас как написано?» Он говорит, «Да, точно написано, что все согрешили». Я сказал потом, «24 стих, прочитайте, пожалуйста». «Получая оправдание даром, пообладайте его искуплением во Христе Иисусе».
Когда я спросил, что написано в 24 стихе, он говорит, если усердно молиться, тогда грех будет прощен. Он ректор университета. Я сказал, извините, вы внимательно посмотрите, что написано у вас. Он говорит, но если ты покаешься, простится твой грех. Я сказал, где здесь есть такое слово? Знаете, я плохо владею английским языком. Однако в 24 стихе написано, получая оправдание даром. На корейском языке Библии написано, что сначала искупление во Христе Иисусе. А в английском языке написано, что получая оправдание даром. Почему получили оправдание даром? Потому что были искуплены Иисусом Христом. Я сказал, ведь здесь написано, получая оправдание даром. И знаете, он был так удивлен. И говорит, я не знал об этом. Знаете, что самое интересное, люди, что думают, что они умные, что они все знают, поэтому создают спутниковые системы, создают автомобили и делают все необходимые условия, чтобы нам было удобно жить в этом мире. Однако, что нам говорит Библия? Если Бог говорит, что Он оправдал нас, значит, мы оправданы, ведь не так? Везде в Библии написано, что наш грех был омыт Иисусом Христом. Не в одном месте об этом написано, а в сотни раз написано об этом. Однако же, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Вот что написано в Писании. Однако, читая эти же слова, ректор университета говорит о том, что надо усердно молиться, чтобы получить прощение грехов. Говорит совсем иное, не то, что написано в Библии. Знаете, когда я получил спасение, моя мама, она ходила в церковь до того, как вышла замуж. И когда она вышла замуж за моего отца, она не могла ходить в церковь, но сделала, чтобы мы ходили в церковь вместо нее. Тогда, когда еще немного понимали. И в те годы многие люди не имели Библию, поэтому печатали платную книгу Библии, и поэтому ты берешь с собой, например, Евангелие от Матфея в церкви и читаешь целую неделю. Потом возвращаешься, тогда тебе дают Евангелие от Марка. И поэтому мы таким образом читали много раз Библию. И мы читали, естественно, к римлянам. Хотя читали послание к римлянам. Однако, я каждый день молился в слезах, чтобы Бог простил мой грех. И самое главное, что никто не мог узнать, что Бог уже очистил наш грех. И когда это я понял, ага, вот как. Вот наши мысли, с которыми мы жили, в ней есть ошибка. Я так старался, чтобы получить прощение грехов, плакал. Знаете, все что угодно, чтобы освободиться от греха, я делал. Однако слово Господа Бога говорит о том, что Он уже простил наш грех. Если Бог говорит, что Он уже простил, но мы, если мы продолжаем говорить, что мы грешники. Смотрите, 4 прокаженных, у них не было еды. И пошли в стан сирийский и увидели, что там есть еда. Скажите, они прошли мимо? Нет. Многие люди, читая Библию, в Библии есть слово о том, что Бог очистил наш грех. Точно искуплением во Христе Иисусе в Библии написано, что мы получили прощение грехов. Но если 10 человек, то все 10. Если 100 человек, то все 100. Если 1000, то все 1000 говорят, что у них есть грех. Знаете, почему люди называют, что я еретик? Потому что я говорю, что мы оправданы, что у нас нет греха. Поэтому они говорят, что я еретик. Но ведь в Библии ясно написано, что да, мы были грешниками, но кровью Иисуса Христа мы стали оправданы, что Он очистил наш грех. Ведь так написано в Писании. Что самое интересное, что этого многие не знают. Знаете, многие служители, когда я с ними общаюсь, я им говорю, как наш грех был омыт. И Левит 4 главе, где рассказывается о жертве всесожжения, очень ясно показывается о том, как очищается наш грех. В этот раз в Атланте я встретился с одним пастором. Это пастор очень большой церкви.
Я спросил, у вас есть грех? Он говорит, есть. Когда я начал изъяснять слово, он говорит, у меня нет греха. Я спрашиваю, когда у вас не стало греха? Он говорит, десятки лет тому назад. Только что ведь говорил, что у него есть грех. Знаете, очень часто бывает, что трудно общаться со служителями. Знаете, мне кажется, он путается в том, что верит. И поэтому я очень подробно рассказывал, и он слушал. И он считает, что он многое знает. Однако, что говорится в Писании? Искуплением во Христе Иисусе мы получили оправдание. И Бог сказал, что Он оправдал нас. Смотрите, когда мы читаем Библию и верим в Иисуса, для чего мы верим в Иисуса? Чтобы получить спасение. Мы говорим о том, что Он очистил наш грех, но если в то же время говорим, что мы грешники, значит, в этом есть какая-то проблема ведь. Вы, конечно, простите. Хотя вам кажется, что вы умные, но у вас, каждого, есть проблема. Были все такими. Но пока Дух Святой не открыл нам, мы ведь думали, что мы все грешники. Мы старались не грешить, старались не быть рабами греха. Однако Иисус Христос на кресте уже очистил наш грех. И это слово, да, делает, чтобы я уже не стал грешником. Да? Неважно, как вы слушаете сейчас мою проповедь, на экране, может, но все мы, у нас была отобрана способность размышлять трезво сатаной, и мы жили мыслями, которые дает нам сатана. Однажды один брат, он начал сомневаться в своей супруге. И его супруга очень сильно мучилась из-за этого. И однажды я встретился с ним. И когда я встретился с ним, я сказал брату, «Брат, я хорошо знаю твою супругу. И до того, как она вышла замуж, она была в нашей церкви. И, насколько мне известно, твоя супруга, она очень хорошая, чистая. Скажи, пожалуйста, почему же ты так сомневаешься в своей супруге? Как бы я ни смотрел, мне кажется, злой дух делает, чтобы ты сомневался в своей супруге, и поэтому в семье появляются проблемы. И затем я сказал, Анания и Сапфира, когда они спрятали часть от продажи, это дьявол вложил эти мысли. Когда Юда Искариот предал Иисуса, тоже сделал дьявол. Мне кажется, и тебя сейчас, хотя ты имеешь такую хорошую супругу, почему ты устраиваешь гонение против супруги? Мне кажется, это злой дух так делает. Я начал объяснять. После этого, если мы посмотрим, как дух злой действует в нас, да, в нас борются две мысли, мои мысли и мысли, которые дает сатана. Я сказал, если бы это были твои мысли, тогда бы сатана бы не мог бы действовать в тебе. Однако, когда все грешат, вот так происходит. Вот я знаю, что не должен так делать, не должен, но начинаем совершать преступление. Потому что сатана так ведет. Поэтому, брат, с этого момента вот эта душа, которая сомневается в супруге, это не твои мысли, это мысли, которые дает сатана. Поэтому ни в коем случае не принимай их. Этот брат, послушав мои слова, он так удивлялся и говорит, пастор, и после этого он начал верить в свою супругу. И тогда в семье была гармония. Знаете, мы однажды сестра Ким Джон пришла ко мне до того, как она получила спасение, и рассказывала, как она жила. Да? И я сразу понял о том, что злой дух, сатана, для того, чтобы эта сестра попала в ад, строит целый план против нее. Однажды вечером она
размышляла и не могла уснуть. И вдруг услышала голос и говорит: «Чон, ты так устала, пора тебе отдохнуть. Давай я тебе подарю покой». Знаете, и эти голос казался таким приятным. И голос говорит: «Открой окно». Она открыла окно и потом говорит: «Прыгни». Она жила на 38 этаже, и голос говорит: «Прыгай». Эта сестра, она хотела прыгнуть, но в тот момент вспомнила о своей дочери. И когда она не могла решиться из-за дочери, знаете, как будто этот голос знал и говорит: «Не переживай. У тебя же есть две квартиры, дорогой. Ведь твоя мама любит деньги. Она возьмет себе эту квартиру и будет заботиться о твоей дочери. Не переживай, все будет хорошо». И этот злой дух начинает так действовать. И знаете, те люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, я, конечно, не встречался с теми людьми, которые уже умерли, потому что их уже нет. Но если послушать тех людей, которые попытались, но закончилось провалом, они говорят об этом, что это не они хотели, а что какой-то голос, какая-то сила вела их, что они хотели отдать свою жизнь. Даже если тяжело. На самом деле, знаете, мама и бабушка — это же совсем разные люди для ребенка. Знаете, наши дети, да, хотя им уже почти 50, они говорят: «Мама, мама», скучают, хотят как-то хорошо сделать нам. Другими словами, о чем мы должны думать? Я часто говорю, когда читаю мои лекции, что мои мысли не могут расходиться между собой. Если во мне борются две мысли, это значит, что дьявол для того, чтобы я впал в гибель, начинает вести. И поэтому происходит борьба. На самом деле, если две мысли борются друг с другом, значит, одна из них — это не моя мысль. Знаете, этот брат с того момента поменял свое сердце. И подумал: да, даже когда я смотрю на себя, мне кажется, что моя супруга, она не настолько плохая. Однако, у меня хотя появляются мысли о том, что моя жена изменяет мне, но эти мысли — это мысли дьявола, это неправда. И тогда он начал становиться ближе к Богу и стал драгоценным братом. Знаете, то, что мысли ведут его, многие люди думают: «Я грешник». Большинство людей думают, что я грешник. Но сама мысль, которая говорит о том, что мы грешники, она неправильна. Почему? Потому что в Библии во многих местах говорится о том, что кровью Иисуса Христа мы получили прощение грехов. Но злой дух входит в наше сердце и делает, чтобы мы не могли обнаружить этого и видели только то, что мы грешники. Так обманывает нас дьявол. И мы обманываемся. Знаете, я общался со многими людьми, и они говорят, что они грешники. Поем гимн о том, что его кровью получили искупление. Так пели. А когда молимся, говорим: «Ой, Господь, прости грешника. О, дивный день, о, дивный час, когда Господь простил мой грех». Поем гимн с такими словами. А потом, когда молимся, говорим: «Господь, прости мой грех». Очень многие люди так поступают. Но Дух Святой нам открывает глаза от этого. Знаете, многие люди думают: да, читая Библию, ведь Иисус Христос говорит, что Он очистил наш грех. Даже к Римлянам 3 глава 23 стих говорит, что все согрешили, лишены славы Божьей. Но 24 стих говорит о том, что мы оправданы, что мы чистые, что мы искупленные. К сожалению, многие люди сегодня не верят в это. Знаете, я думаю, что я грешник, но Библия говорит, что я оправдан. Тогда я должен оставить свои мысли и поверить в Слово. И после этого я получаю руководство от Господа Бога и живу этим. И о чем я подумал? Мои мысли были неправедны. Ведь в Библии точно написано, что Он очистил наш грех.
Невозможно, чтобы Иисус умер за меня, я оставался грешником. А, дьявол так вел меня, чтобы я не мог поверить в это слово. Не я просто так стал праведником. Например, у меня нет автомобиля, да? Но отец, умирая, дал деньги, чтобы я купил машину. Да, и он дал завещание. Вот, дайте машину эту, да, моему сыну. И тогда, естественно, я пойду сразу покупать машину, правильно? Если Бог говорит, что очистил мой грех на кресте, это же ведь естественно. Но многие люди, они не верят в это. Это что значит? Это значит, что злой дух начинает так нас вести. Поэтому мы не можем поверить в это. Когда я получил спасение, я был не только благодарен за то, что Он очистил мой грех, но также я понял, что эта мысль, которая говорила, что я грешник, она была нездравым мыслью. Да, точно, Он ведь очистил мой грех. Но если я говорю, что я грешник, значит, это ненормально. Иисус Христос умер на кресте. Если бы ты его не знал об этом, да, можно так подумать. Но если ты знаешь, что Иисус Христос умер на кресте за меня даже, но если я говорю, что все равно я грешник, это значит, что мое мышление было что-то неправильно сделано. Вот что это значит. Я был обманут. И тогда я понял, если я буду следовать за своими мыслями, я погибну. И нельзя следовать за своими мыслями. Нужно верить только в Слово Бога. И в церкви, когда мы начали расти, порой ты веришь в Библию, а потом, когда приходят мысли о том, что ты молодец, когда твоя душа становится гордой, сатана начинает действовать и дает мысли, которые невозможно поверить. Но мы веруем и противимся Богу, противимся церкви. И многие люди именно так поступают. Почему? Потому что их сатана обманул. Я не грешник, ведь его кровью мой грех омыт. Однако неправильные мысли, которые дает сатана, если мы принимаем их, тогда мы начинаем неправильно думать. И этот факт, который говорит о том, что мы грешник, не его нужно отрицать, а все наши мысли надо оставлять, потому что они неправедны. Когда я оставляю мои мысли, и когда я не нахожусь в таком положении, тогда мы, если будем следовать за нашими мыслями, тогда мы можем совершить любой грех, любую ошибку. Те люди, которые ушли из церкви, те, которые попали под искушение, те, которые ругают церковь, почему они говорят так? Потому что они говорят, что они правы. Но это происходит, потому что они принимали долгое время эту мысль, что они правы. Знаете, Павел хотел пойти в Рим. Но сатана всячески препятствует этому. 14 дней было наводнение, что не было видно звезд и луны, и что исчезла всякая надежда на спасение, что люди не могли питаться. И думали, что все, мы погибли. Да, вот такая ситуация была. Но это есть путь в Рим. Это есть путь в Рим, дорогие братья и сестры. Это есть путь к Евангелию Господа Бога. Есть противники, есть ветер, есть волны поднимаются, и пищи нет. Но, зная об этом, хотели ждать, когда станет спокойнее, однако разбивается корабль. Все люди проплыли до острова Мелит, и казалось бы, что все спаслись. Но местные племена пришли и начали заботиться, разожгли огонь. И Павел взял дерево, и на том месте, куда отпустился Павел, находился Ехидна. И поскольку разожгли костер, стало жарко, поэтому эта змея выползла. И все люди удивились. Почему? Потому что это очень опасная Ехидна. Если эта Ехидна укусит, тогда любой человек быстро умирает.
И они подумали, точно он убийца. Спасся от моря, но, да, Бог здесь наказывает. Павел же снял змею, да, бросил в огонь и, может, да, сел, но спокойно находится. И местные племена думали о том, что он быстро погибнет, но не умирает он. Быть такого не может. Это что, человек? Его же ужалил ехидна. Как же он может быть жив? Это точно Бог. И уже взгляд на Павла изменился. Господь Бог вот что совершает. Когда мы думаем, кажется, вот мы же получили спасение, да? А почему же ехидна ужалила его? Всем хорошо, а почему только у тебя так? Почему только у тебя такие трудности? Когда мы идем по пути Евангелия, когда мы идем в Рим, есть множество испытаний. Они, их не может не быть. Почему? Потому что сатана всячески хочет помешать Павлу пойти в Рим, передавать Евангелие. Дорогие братья и сестры, когда мы идем к Евангелию, сатана очень сложным образом до конца хочет препятствовать, поднимается буря. Представляете, 14 дней это длилось. Они не видели ни солнца, ни звезд. Не было надежды на спасение. Почему так происходит? Потому что сатана препятствует, чтобы мы не могли идти к Евангелию, и говорит, возвращайся назад. Правильно? Блудный сын, его отец говорил о том, что вернись, вернись, сын. А сатана говорит, уходи, уходи. Вроде бы схожие слова, но уходи и приходи. Разные слова. Дьявол говорит, уходи. Что? Да, кажется, что погибнут, кажется, что в Риме могут умереть. Змея ехидна ужалила, поэтому может погибнуть. И какие-то большие дела происходят. Но, что интересно, что Господь Бог защищает нас. И за это мы благодарны. Форум христианских лидеров CLF, по-английски Christian Leaders Fellowship. И мы начали проводить в 2017 году этот форум в Нью-Йорке. И не только наши служители, но мы пригласили служителей из других церквей. И наши братья посетили 2000 церквей и пригласили на этот форум. И тогда пришло 700 служителей. И целую неделю я передавал это Евангелие. И они удивлялись. Сейчас уже по всему миру почти 200 тысяч служителей, они слушали Евангелие наше и получили прощение грехов. Знаете, в этот раз я был в Коста-Рике, и служители в Коста-Рике сделали, чтобы я встретился с президентом. Но не получилось. Но среди участников CLF был пастор, который был в Корее. И он очень близко дружит с президентом. И через него мы познакомились с президентом. И я передавал Евангелие. Знаете, ну президент говорит, я встречался с многими людьми, но с таким, как вы, впервые встречаюсь. В Латинской Америке, да, в городе, где есть 600 человек, 500 человек, оттуда пришли люди, и слушая Евангелие, они получили спасение. Почему? Они не могут получить спасение, потому что не умеют читать Библию? Нет, они умеют читать Библию. Это очень умные люди. Однако злой дух вел их. Точно Библия говорит, что мы оправданы. Однако многие люди до сих пор думают, что я все равно грешник. Знаете, когда злой дух ведет, это не тогда, когда ты начинаешь говорить ненормальные вещи.
Но многие люди на самом деле сегодня обманываются и не могут поверить то слово о том, что кровь Иисуса Христа наш грех омыт. Ведь Библия говорит о том, что Он очистил наш грех. И люди говорят, что Иисус очистил мой грех, но в то же время они да не могут в это поверить. Знаете, когда в 62-м году я узнал эту истину, поверил в эту истину, да, мне кажется, что я грешник, потому что я грешу. Но если Иисус говорит, что Он оправдал меня, значит, я оправдан. Я принял просто в это слово. Но во мне была еще одна мысль. Да. Я говорил, что я грешник, хотя Иисус Христос очистил мой грех. Но еще второе. В Библии ведь написано, что из крови Иисуса Христа я был прощен. Это что значит? Это значит, что я думал в нездравом уме. А почему я не имел здравый ум? Потому что злой дух вел меня. И с того момента я понял, что эта мысль, которая у меня есть, она неправильна. И поэтому в него нельзя веровать. И что касается не только прощения грехов, во многих вопросах эта мысль может быть неправильно вести меня. И поэтому я понял, что нельзя верить в свои мысли. Нельзя верить тому, что я учился. Нужно каждое подробно изучать Библию. Я начал читать Библию. Я много увидел, что мои мысли противятся многим вещам. И потом, знаете, мы поем гимн о том, что три волхва пришли, да, поклониться, но я понял, что, в Библии не написано, что это именно три волхва. А просто три, да, подарка они принесли. Золото, да, смирну. Но это только дары такие были, но это не значит, что было три волхва. Или о том, что, да, о гимнах есть слова о том, что, да, Илья поднялся на колеснице. Да, а написано не на колеснице их, да, он поднялся на небо. То есть я понял, что многие мои знания, которые были до спасения, они были неправедными. И с того момента я понял, что нельзя верить в мои мысли. И одно за другим я читал Библию, сверял, правильно так или нет, правильно я размышляю или нет. И потом, когда я был в Акуктоне, мне было очень тяжело из-за того, что я не только голодаю, а мне казалось о том, что Бог мне не дает пищу, потому что я много грешил. Почему же, когда я прошу Богу, Бог не дает пищу? И из-за этого мне было очень тяжело. Но, когда я читал Евангелие от Марка 8 главу, а там что написано? Иисус говорит, что Иисус жалился над народом, потому что они уже три дня со мною, и им нечего есть. Если их отпустить домой, тогда многие из них ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. А я понял, что даже находясь с Иисусом, могут быть голодными. Я думал, что я голодный, потому что Иисус оставил меня, и из-за этого я попадал под искушение. А оказывается, даже находясь с Иисусом, можно голодать. Тогда то, что я голодаю сейчас, это не потому, что я что-то неправильно сделал, а это норма. Знаете, когда мы идем по пути Господа Бога, я посмотрел однажды фильм, который называется «Кама грядиш». И там Петр встречается с Иисусом. И Иисус шел по дороге. И Петр спрашивает Иисуса: «Ты куда идешь?» Он говорит: «Кума грядиш». И тогда Иисус говорит: «Я иду в Рим, чтобы быть распятым вновь». И тогда Павел, Петр как будто идет в Рим и в Колизее передает слово и умирает. Там есть такая сцена. Но на самом деле это фильм, но это неправда. А католическая церковь говорит о том, что первым Папа Римский, это был
Петр, но если мы посмотрим Библию, нигде не написано, что Петр был в Риме. Почему? Потому что Павел пишет, что Петр был проповедником для иудеев, а Павел был апостолом для язычников. То есть, другими словами, Петр никогда не уходил из Иерусалима, из Иудеи. В этом фильме Кома Грядиш сделали или так, потому что не знали Библию, или потому что были сторонники католической церкви. Но Петр никогда не был в Риме. Но говорится, как будто Петр, он первый папа римский. Во многом в этом плане многое сделано неправильно. Но в наших мыслях есть даже те, которые верят в Иисуса Христа, получив прощение грехов. Если мы верим в наши мысли, во многих вещах мы можем пойти не по неправильному пути. Иисус Христос говорил, что Он оправдал меня, но я считал, что я грешник. Это неправильно. Это неправильно, ведь мы знали. Нет, я не грешник. Я оправдан. Почему же тогда я говорил, что я грешник? Когда мы читаем Библию, мы начинаем понимать, что действительно я получил прощение грехов. Но не только надо познать это, а нужно все наши мысли. Они находятся в неправильной стороне. Они неправедные. Поэтому мы должны сравнивать наши мысли с Библией. Что говорит Библия? Павел пошел в Рим. 14 дней находился, поэтому они потеряли всякую надежду. Потом ужалил его змей. Однако все равно Павел в конце концов оказался в Риме. И потом написано, что 1/3 жителей Рима были верующими в Иисуса. И потом правитель, чтобы использовать это для политических целей, поэтому он начинает менять политику, чтобы не было гонений против израильтян, евреев и верующих в Иисуса. Другими словами, полтора населения верили в Иисуса Христа. И хотя сатана всячески мешает, чтобы Павел не мог попасть в Рим. Да, был потоп, корабль был разрушен, ужалил змей, но все равно. Павел, скажите, оказался в Риме или нет? Да, оказался. Как это было возможно? Потому что это было волей Господа Бога. Но что важно, когда это происходило, Иисус Христос будет действовать. Но если мы в это не будем верить, то человек, который не верит в это, он не сможет пойти. Знаете, служители, именно когда передают слово, вот что с ними происходит. Сначала они испытывают разные трудности. Почему? Потому что, испытывая эти трудности, Бог показывает, как Он помогает нам. Да, был потоп, корабль был разрушен, но все смотрят, а Павла Бог защищает или нет? Потом, что очень важно, не только был потоп, но его ужалил ядовитый змей. Других не жалит, а именно Павла жалит ехидно. И тогда люди думают, вот, посмотрите на него. Генерал Нейман, да, он вернулся домой. Знаете, если подумать, та служанка, которая была в доме Рима, Неймана, казалось бы, что это такое, да? Почему вот я оказался в плену? Почему я должна находиться здесь? Почему я должна оказаться в плену, а другие нет? Доколе мне быть, нужно быть пленницей, рабыней? Как мне жить в доме жены Неймановой? Да, я скучаю по маме, по родителям. Господь Бог, почему такое у меня происходит? Да, она должна всегда возмущаться, всегда роптать. Если верить этим мыслям, она не сможет ничего сделать там. Но эта девочка узнала, что Неман, он был прокаженным, она радуется. Почему? А, вот почему Господь Бог послал меня в этот дом. Генерал Неман,
Если пойдет к пророку, тогда он ведь выздоровеет, надо будет об этом сказать. Другими словами, эта девочка, если думает по-человечески, вот почему же я верю уже в Бога, почему же я оказался в плену, почему же я стала рабыней, почему я должна быть здесь, почему Бог меня не защитил, почему я должна жить в доме прокаженного, доколе я буду здесь жить, когда я смогу попасть домой, я скучаю по родителям. Да, она должна, да, мучиться психологически. Однако же, она не так поступает. Как она поступает? А, наш генерал, он прокаженный. А, вот почему Бог меня послал в этот дом. Надо будет об этом сказать, что если пойти к пророку, тогда можно выздороветь. А если она выздоровеет, какая здесь будет радость большая? Здесь не будет переживаний, горя не будет у них больше. И с каждый день я буду общаться с генералом Нейманом. Да, начиная с 4 главы, 5 главы, да, 4 царств. Да, генерал Нейман возвращается после того, как выздоровел, и говорит: «Дорогая, я выздоровел!» Представляете, какая радость в этом доме? В каком хорошем месте она будет находиться? Где в этом мире может быть еще больше радости? В Иисусе есть радость, которой нет в этом мире. И живем, испытывая эту радость. Плакали, смеялись, радовались, веселились. И потом, да, говорит: «Ой, девочка, иди сюда. Ты освободила меня от проказы. Дала нам радость. Все это закончилось благодаря тебе. Теперь ты будешь нашей дочерью». Знаете, интересно, когда Бог действует, она становится совсем другой. Да, теперь она стала, да, дочерью Нейманова и говорит: «Все, а папа, давай так, когда буду сдавать экзамены на генерала, пускай они получат спасение. Иначе не дашь им звание военачальника, хорошо?» Конечно, это я придумал эту историю, но все равно, можно же представить. Находясь в одинаковых трудных условиях, эта девочка, она плакать может, она может расстраиваться, отчаиваться, она может тосковать по родине, и она может иметь психологические заболевания, не может, может не спать ночью. И она могла идти по самой ужасной дороге, которой можно идти в этом мире, но когда увидела, как Бог ведет, наоборот, она стала очень благословенной девушкой. Павел мешает, да, Павел хочет в Рим, а сатана мешает. И кажется, что вот проклятие, что он погибнет. Однако, когда Бог помогает, он остается живым, потому что Бог вместе с ним. Если этот Бог не будет, то скажите, как пастор Оксупак может передавать Евангелие по всему миру? И я хочу, чтобы вы тоже были участниками такого дела. Наши братья и сестры очень часто отличаются в мысли со мной. Казалось бы, ну как? Но они этому не учатся, потому что им обременительно или им лень. И идет Павел в Рим, поднимается буря, страшно, корабль крушится. Но когда он оказался в Риме, происходит деяние, когда 1/3 римлян получает спасение. И Бог начинает вести и находится в благодати Божией. Но те люди, которые прячутся от трудностей, становятся бесполезными перед Богом. И в конце концов, они противятся только церкви. А те, которые участвуют в делах Евангелия, им так интересно, так удивительно. И Бог через них действует самое главное. Позавчера я ночевал в Филадельфии. И знаете, час ночи мы почти приехали в Нью-Йорк. И губернатор штатов Нью-Йорка объявил о том, чтобы не проводили мероприятия, где собирается более 500 людей, а наше мероприятие должно было собрать 3000 человек. И поэтому
такая неудобная ситуация была из-за коронавируса, поэтому мы отодвинули это мероприятие, пока не решится вопрос с коронавирусом. Так мы пришли к такому решению. И в этот раз, на самом деле, многие епископы должны были прийти, но Господь Бог так сделал, что мы не смогли провести мероприятие. Но ничего страшного. Почему? Потому что наши пути Господь Бог живет и действует. До сих пор, да, ту жизнь, которую я жил, я видел, как Бог действует. Знаете, если вы верите вашим мыслям, верите своим мыслям, это то же самое следовать за теми мыслями, которые дает вам сатана. В конце концов, вы впадете в грех. В конце концов, будете противиться церкви, противиться Евангелию. И ведь так ясно видно, что будет жалкой жизнью. Если же мы верим в Господа Бога, Господь Бог будет действовать. Да, те мысли, которые во мне появляются, это не просто мои мысли, это мысли, которые дает сатана. И поэтому, в конце концов, если мы будем следовать за ними, мы будем жить несчастной жизнью. А жизнь, по которой мы живем, кажется, что она трудная и обременительная, но в ней есть удивительное деяние. Павел пошел в Рим, и 1/3 населения Рима получили спасение. Такое удивительное деяние произошло. Генерал Ниман получил спасение через девочку, и потом сириане стали ближе к израильтянам, и эта семья получила благословение. Господь Бог хочет совершать в нас такое удивительное деяние, и через Павла он совершит удивительное деяние в Риме. Однако сатана всячески делает, чтобы препятствовать этому, и кажется, что будет буря, что будут трудности. И в конце концов, все равно Бог побеждает. Многие люди, когда испытывают трудности в делах Евангелия, хотят спрятаться, убежать. Но мы, что сможем сказать, это то, что в моей жизни было множество трудностей, но ни разу не было, чтобы Бог отворачивал свое лицо от меня. В этот раз я сказал пастору Ли Минчолю, есть пастор по имени Ким Хуансон. Я знаю этого пастора. Я попросил, можете его найти? Когда я служил в армии, я хотел проводить семинар в нашей части. И поэтому построил план по проведению библейского семинара. Я сказал, да, командующей роты, у меня есть доклад. Какой доклад? Мы хотим проводить семинар библейский. А что такое библейский семинар? Это вот те солдаты, чтобы они могли немножко получить утешение души. Да, хотим общение проводить. А где? Можно в столовой проводить. И тогда где-то 1000 человек соберется точно. И очень подробно спрашивал командующей роты у меня, а кто будет проповедовать? Я сказал, есть хороший служитель, которого я хорошо знаю. Я его пригласил. И не требует деньги, и просто обещает, что будет читать лекцию. А он в какой гостинице будет жить? Я сказал, нет, не нужно жить в гостинице. Мы можем жить при церкви. Все хорошо. Но все равно он же должен жить в гостинице. Я сказал, нет, все хорошо. Ему и так будет хорошо с нами. А где он будет кушать? В армии, что ли? Армейском? Да. Я сказал, нельзя. Я сказал, все нормально. Тебе, может, нормально, мне ненормально. Послушай. Пока ты не решишь вопрос, где будет он кушать, да, не приходи ко мне больше, понял? Как ты хочешь проповедника кормить армейской едой? Так нельзя. Тебе, может, можно, но мне нельзя. И знаете, все вроде бы получилось, а тут вот такой вопрос стал. И тогда я пошел в главный штат. И говорю, честь, да, у меня есть вопрос. Да-да-да, вы откуда? А вот из части нашей. Наша часть очень большая, но у нас не было пастора. И там был майор Ким Гуансон.
И он говорил: «Ой, у нас не хватает служителя, да, капелланов, поэтому, пожалуйста, простите, да, но подождите немного, я отправлю служителя». Но мне было хорошо, что не было капелланов у нас, потому что я мог передавать слово. И потом он спрашивает: «Что случилось?» Я говорю: «Вот нам надо проводить семинар, но нужно решить вопрос с питанием пастора». «Да, это правда. Как можно дать ему армейскую еду?» «Хорошо. Я позвоню». И майор, он позвонил нашему командующему. Сказал: «Вы управляющая ротой такой-то?» «Да, да, да». «Вот, это майор Ким Гуан Сол из, да, по вопросам религии». И вот командующий роты очень хорошо к нему отнесся. И вот солдат пришел ко мне и просит помощи насчет питания, да? Он говорит: «Да, совершенно верно». «Да, вы правильно сказали. Как можно кормить, да, гостя армейской едой? Я приложу все усилия, чтобы дали хорошую еду. А вы дайте разрешение, пожалуйста». И тогда он не мог отказаться, правильно? И мы смогли провести так семинар. И в первый день, когда приехал пастор, и тогда майор Ким Ил Сунг пригласил его к себе домой и угостил едой. И хотя майор живет, но, знаете, очень так простая кухня была, но он сказал: «Вы, пожалуйста, простите, так наши солдаты живут». Ну, он очень хорошо отнесся, и майор очень часто помогал мне разным способом. Потом я узнал, что он в Нью-Йорке живет и служит. И поэтому я попросил пастора Немичоля, да, что хотя тяжело, но если он старше меня, может быть, его уже нет живых, но, пожалуйста, можете с ним как-то встретиться, узнать, потому что я вот хочу с ним увидеться. Но потом нам позвонили, что он уже умер, и отправили фотографию его, фотографию семьи, что в 2015 году он почил, об этом мы не сказали. Если я вспоминаю то время, знаете, он так помог мне. И тот семинар, который мог бы не состояться, смог состояться. Тысяча человек собиралось, и на протяжении 4 дней они слушали слово. Потом мы пригласили хор городской, и хор выступал тоже. И почти концерт, это мероприятие было невозможно, но мы смогли хорошо провести. Порой в моей жизни были такие драгоценные люди, которых я не могу забыть. И майор Ким приходил ко мне часто в часть и спрашивал: «Есть ли какие-то трудности?» «Сейчас капитланов нет, но я решу этот вопрос». И потом за месяц до окончания моей службы, да, пришел капеллан. Но все равно мы жили очень хорошо. Господь Бог так помогает нам. Но что важно, дорогие братья и сестры, это то, что Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». Однако мы очень часто следуем не за Словом Божьим, а за своими мыслями. И происходит буря, кажется, ужалил змей, и ты умираешь. Или девочка, да, в доме Неймановой, кажется, что она будет жалкой жизнью жить. Но Господь Бог совершает удивительным образом все. Я верю, что Бог будет так же действовать и у нас. Сейчас из-за коронавируса мы не смогли провести мероприятие. И тоже в воскресенье не могут приходить в церковь и дома слушать слово. Я думаю, что многие хотят прийти в церковь и сидеть вместе в зале, общаться друг с другом. Но давайте немножко потерпим. И я верю, что эту ситуацию Бог превратит в благословение. Когда Павла ужалил, ехидно все думали, что он погибнет. Но когда он остался живых, тогда начали уже понимать, что это Бог. И они стали ближе намного. И они дали то, что необходимо на дорогу. Бог самым прекрасным образом начинает действовать. Знаете, все трудности, которые у нас происходят, так заканчивались. Из-за коронавируса мы в Америке не смогли провести мероприятие. Но ни в коем случае это не значит, что плохо. Это значит, что Бог будет еще прекраснее вести их, что Бог будет действовать. Мы верили в это. И в делах Евангелия, которых мы проводим, там действует Бог. И поскольку мы верим в такого Господа Бога, Господь Бог, Он через нас, которых ничего хорошего нет, Он будет открывать путь Евангелия по всему миру. И в Нью-Йорке
в Америке в этот раз должны были собраться 3000 служителей. Не просто служители, а епископы. И пастора, где под руководством находятся тысячи церквей, такие служители должны были прийти, но перенесли мероприятие. Однако нам было не печально. Почему? Потому что Господь Бог еще больше будет открывать, еще будет удивительно действовать. Мы верим в это. Дорогие братья и сестры, дорогие служители, путь, по которому мы идем, это есть путь в Рим, где есть буря, но также есть деяние. Но это счастливый путь. Может, люди в этом мире падают, но мы же не падаем. Даже люди, которые в этом мире потерпят крах, мы же не потерпим крах. Одно дело, чтобы нам было страшно, и чтобы мы боялись. Но Бог так не делает, потому что Бог с нами, и Он не допустит этого. И даже если сегодня вы не можете находиться в зале, но то, что мы можем через интернет слушать слово, это тоже есть повод для того, чтобы благодарить. И часто идите к соседям, которые не могут прийти в церковь, и тоже помогите. И давайте будем вместе делиться словом, чтобы еще больше людей поверили в Иисуса Христа. Не только вы, но и также с членами семьи, родственниками. Слушайте, в пути в Рим есть буря, есть волны, не видно солнца, не видно звезд, но Бог с нами. И удивительное спасение, деяние спасения происходит в Риме. И я верю, что и у нас будет подобное деяние. Поменяется Америка, поменяется весь мир именем Иисуса Христа. Я верю, что так Бог будет действовать с большой силой. И тогда коронавирус – это не проблема. Господь Бог сделал, чтобы мы могли преодолеть, чтобы церковь стала еще прекрасней. Я верю, что Бог будет так действовать. И я верю, что вы будете жить благословенной жизнью. Самое главное, что наши мысли, они неправедны. И сатана ведет нас против Господа Бога, чтобы мы убегали бремя. Убегали от дел Евангелия, но не следуйте за Его голосом. Мы будем, как Павел, идти в Рим, чтобы многие люди уверовали, и чтобы Господь Бог нас использовал в своих делах, деяниях. Я верю, что мы станем удивительными людьми.